Вітаю. Ну що ж, ми розпочинаємо громадську студію «Медіа Майдану». І до нас сьогодні завітали Сергій Гартенгер, він голова Черкаського обласного осередку партії 5-10, і Олександр Бодашко, він кандидат народні депутати України від партії 5-10. Тож сьогодні ми, власне, будемо говорити про вашу політичну силу. Вона досить таки нова для України, так? Чим вона, по-перше, кардинально відрізняється від інших політичних партій? І що означає 5-10? Можливо, хтось ще не знає. Спасибо. Добрий день. Дякую за питання. Дійсно, одне із основних питань цієї передвиборчої кампанії те, що дуже багато нових партій. Але чим відрізняються ці всі буквально партії, я там не хочу обіжати їх всіх підряд, всіх їх об'єднує те, що вони підстроюються під якусь конкретну думку народу. Тобто вибирають якусь позицію, вибирають якесь соціальне, соціологічне опитування, підстроюються під нього. От придумали собі воювати із корупцією. Партії всі шліфують під корупцію. Чим відрізняється наша партія від інших? Те, що в нас є дуже конкретна і чітка ідея. Це ідея відміни податків на всій території України. 5-10 – дуже просто відмінити всі податки, залишити тільки 2 – 5% з продажу і 10% соціального податку. Тобто є певний заряд саме відміни всіх податків на території України і створити свого роду безподаткову країну в самому центрі Європи. Саму велику офшорну зону на території Європи. Це не буде, я, правда, не економіст, але це не буде якогось такого колапсу економічного, коли відмінився? Ніякого колапсу, я відповідаю на цей вопрос. Тому що, на самом деле, понимаете, еще Нобелевський лауреат Мілтон Фрідман сказав, що чим менше государство знаходиться в карманах своїх граждан, тим багаче становится государство, становятся самі граждане, соответственно, і государство. І тим більше оно знаходиться в карманах своєго населення, тим оно біднее. Поэтому сегодня фактически в Украине существует около 137 налогов, сборов, акцизов, пошлин, которые тоже распределяются между по другим законодательствам. И именно такое количество фактически сегодня нас всех душит и уничтожает. Вот. И поэтому вот такая концепция была выведена лидером партии Геннадием Викторовичем Балашовым, который в принципе ввел как само движение раньше было 5-10, уже года 2-3 оно существует, а потом... Я думаю, мы еще расскажем, что с боями в Министерство юстиции оно было зарегистрировано, она партия была зарегистрирована, мы выбили двери, шины туда принесли и все, и наши активисты, которые находятся в Киеве, все-таки через, отменяя все взятки, без взяток мы смогли все-таки получить юридический документ, который фактически уже предоставляет нам право, опять-таки юридически предоставлять интересы конкретных слоев населения, которые заинтересованы в этом, для достижения цели. Отмена всех налогов на всей территории Украины. Оставить два простых налога. Ну, в принципе, если это такая действительно хорошая идея, отменить податки, залишити лише два, почему эту идею не користуються, например, в Европе, какие-то европейские страны? Вообще-то, я немножко, наверное, все-таки перейду на русский язык, чуть не свободнее общаться на нем. Пользуются. И дело в том, что в Европе так же само, как и у нас, подстраиваются под мнение масс. Почему? Потому что подавляющее большинство людей это... Они хотят, чтобы они сплачивали податки. Да, они хотят, чтобы все богатые оплачивали налоги. Но есть одно но. То есть, дабы выходить с этой ситуации хоть как-то, все практически во всех странах есть некие дыры. То есть, в Англии есть Каймановые острова, еще несколько островов. В Швейцарии есть некие кантоны, в которых в этих кантонах это безналоговые государства, где заключаются миллиардные, многомиллиардные сделки на куплю-продажу там разных компаний и так далее. То есть буквально вся Европа утыкана такими офшорными зонами. Весь вопрос очень простой. Как сделать так, чтобы наша страна стала такой же самой зоной и просто элементарно привлечь сюда несметные богатства? Все да, просто. Да, безналоговые зоны. И именно, понимаете, дело в том, что... Вот мы не знаем на самом деле, никто из нас в этой студии, никто вообще граждан Украины не скажет, сколько он платит налогов. И в этом вся проблема. Нам об этом даже сами чиновники не говорят. Поэтому введение вот такой простой системы, понятной системы, позволит фактически ну, насыщить, мы просто всему миру объявляем о том, что у нас безналоговое государство, и у нас выгодно делать бизнес, зарабатывать и... Деньги будут размножаться, потому что открытая территория, свободное хождение валют, евро, доллар, гривна, там, любая валюта может ходить свободно. Человек приехал с любого мира, ему надо бегать по обменникам. Сегодня в доллар мы не зайдем, в любой банк мы не сможем доллар спокойно и нормально приобрести. Поэтому вот именно
Наши основные лозунги и ключевые моменты связаны с тем, чтобы действительно показать и раскрыть людям возможности и подарить все-таки мечту. Потому что мы, я вот заметил, что украинцы, уже взрослое население, вообще, она уже разучилась мечтать. Mm-hmm. То есть мы в детстве вспоминаем наши мечты, и они, в принципе, реализовались. То же самое и сегодня. Мы имеем какую-то определенную цель, и эту цель мы должны достигать вместе. Ну, вот до речі, про мрію, так? Колись уже намагались подарувати мрію, наприклад, там, комунізм, так? Що так. Люди будуть жити при комунізмі, не буде грошей, так. Все буде так по бартеру, скажімо так. Чи ось це 5-10, це не та ж утопія? С мрією. Речь не идет о утопии. Вначале, когда вы задали о европейских государствах, то мы должны понимать, что налоги способны платить, все налоги способны платить только богатое общество и богатый человек, который фактически имеет деньги, чтобы их платить. Сегодня, допустим, вы идете, хотите открыть частного предпринимателя, стать предпринимателем, то вы уже независимо от того, заработали что-то или не заработали, вы уже должны государству платить налоги. С какой кстати, если вы фактически еще ничего не заработали? Насчет утопии, то утопия фактически тут отсутствует полностью, потому что раньше тоже не верили и думали мы, если возьмем аналогию других государств истории, тот же Сингапур, когда в 70-х годах это было отсталое производство, сельскохозяйственное производство, там все, у них земля была, и ходили, и рис сажали, там все, больше ничего не было. То тогда просто пришла воля человека, команда пришла и сказала, отменяем налоги. И сегодня посмотрим Сингапур, там 3-4 налога, все, больше ничего нету. Поэтому речь о утопии, конечно же, и не идет, и быть тут не может. Мы просто хотим стать, Украина должна стать самой богатой, самое красивое государством, а жители, граждане Украины, должны быть самыми богатыми, здоровыми гражданами. И вот это самая основная цель партии, к чему мы их все стремимся. И всех вас хотим сделать самыми счастливыми, богатыми гражданами мира. 50-никами. Вот и все. Да. Це приємно, коли хтось хоче зробити нас багатими. Але все ж таки зараз так і йде передвиборча кампанія. Наскільки активно, успішно вона проходить саме вашою партією? Це дуже... Дуже просто. Результати будуть по факту. Тобто ми можемо про всі питання сказати тільки після того, як закінчаться вибори. Наскільки успішно чи не успішно, дуже складно сказати, тому що це просто досвід. Тобто ми робимо перші кроки. Ми як якісь там люди, які вперше вчаться їздити там на велосипеді. Тобто ми робимо перші кроки, ми кудись біжимо. Тобто ми постійно кудись біжимо. Формуємо якісь команди, робимо якісь виводи, якісь... Скажімо так, читаємо якийсь закон, робимо якусь агітацію. Найбільше ми, звичайно, представлені в інтернеті, але це певне коло, там, молодих ошибок, да, там, які нам просто треба зробити. От угу. Ми їх робимо. Угу. Я, можливо, ще добавлю. Просто я хочу сказати вам, що... Пользуясь случаем, что это необычная партия в том понимании, которое мы привыкли думать, что здесь партия, здесь все и так далее, надо контролировать, и что скажет вверху, то и мы должны делать и бежать. На самом деле все, вот существует такое понятие, как фракталы, то есть это люди или те же самые организации, ячейки, которые самостоятельно действуют. Вот допустим, нам предоставили полномочия действовать в Черкасской области. Город Черкасы, там другие районы, области, области и так далее, то мы фактически и выбираем и исходим из той ситуации, что у нас есть. Финансирование партии абсолютно не происходит никоим образом. А чему? То есть мы являемся предприниматели, сами бизнесмены, и мы заинтересованы себя скидать налоги. То есть фактически это партия каждого для себя, для вас, нам необходимо скинуть себя оковы налогового рабства. Скинув їх, ми тоді вже дійсно можемо заявляти, що ми свободні гражданини, цього государства. Від чим осуществляється і чим характеризується поняття слова «свобода»? От, наприклад, хто може дати определення? Звісно ж, деньгами. Тому що благодаря деньгам 95% всіх наших проблем можна рішити. І все. Насчет ще нашої діяльності і популізму, і наскільки ми успішні. Последний митинг, который мы проводили, мы каждую субботу на протяжении уже 3 месяца в Палац пионеров проводим митинг с утра. И на одном из последних, когда там была наша палатка стояла и палатки других партий, то из партии там, кандидата Ляшко, радикальная партия, девочки подходили и сказали, что нам нужно сделать, чтобы вступить в вашу партию. Сначала нас, сначала нас не воспринимают, ругают. Говорят нет, сопротивляются, пытаются как всяческим образом сказать, что это неправильно, так не может быть, где такое происходит. Но потом, когда человек понимает, что это в первую очередь для него, для его семьи, то потом он в дальнейшем уже
подошел, вот результат вам. 3-4 раза мы вышли по субботам, сколько они стоят, и они уже нас встречают. Мы сегодня шли 5-10, привет, нам машут уже и встречают нас. Вот. Тобто ви переманюєте агітаторів з інших партій, так? Да. Але все ж таки, так, в нас є 7 мажоритарних округів. Чи представлені вони вашою партією? І чому, якщо ні? Ні, не представлені, тому що попросту немає тих людей, які можуть побачити за цією всією шелухою ізюминку партії. Тобто, напевно, що тих не знайшлися людей, які б побачили в якійсь цьому. В усій Черкаській області, де проживає більше мільйона людей, не знайшлося людей, які б захотіли балотуватися від партії 5-10, перейнявши, скажімо так, ідеєю вашою. Да. Як нема. Це так? Отак от. Без коментарів. Да, да. Возможно, тут річ йде о тому, що, розумієте, тільки нова созданная партия. То есть фактически мы молодцы. Як рух, вы кажете, уже там 3 роки. Да, як рух, да. Но этот рух, это партия, которая впервые собралась в Фейсбуке, то есть в социальных сетях. Контакт, Фейсбук и там еще сейчас в Ютубе. То есть это единственная партия, где люди сами собираются и какие-то действия сами предпринимают для того, чтобы дарить эту идею и распространять ее. Поэтому вот именно такое тоже волонтерское то же самое движение. И люди, которые, кстати, и, кажется, 3 кандидата у нас есть мажоритарщика, но один там Мукачево и там Киевская область и город Киев. И все, больше у нас как таких мажоритарщиков нету. Потому что это опять-таки деньги не партийные. Выкидываются. Посмотрите сейчас вокруг, что происходит. Вы где видите 5-10? На заборе там кто-то написал активист, на люках, не знаю, кто еще. Пишут, где-то. Так люки помалевали. Да, люки кто-то рисует, мы даже не знаем, кто это. И более того... Это таемные прихильники, так? Так и есть, так есть. Мы ищем сами, то есть собираем больше этих людей вместе, так сказать, в стаи сбиваемся, чтобы дальше действовать. Сейчас кого мы видим? Все те партии, которые финансируются за деньги. За какие деньги? Допустим, неделя, вот партию возьмем, Народный фронт, неделя эфира по телевизору стоит 6 миллионов гривен. Откуда у партии 5-10 такие деньги? Никак, ниоткуда абсолютно. Ну, Геннадий Балашов, так? Геннадий Балашов, да. Богатый мальчик. Все абсолютно правильно, да. Но не является основной идеей финансировать со своего кармана деятельность партии. Потому что это партия для каждого из нас, я еще раз повторю. То есть мне Андрея очень интересно, Сергею очень интересно. И поэтому мы свое время и свои средства сюда вкладываем, чтобы распространять эту идею. Вот это и все. Пане Сергею, вот вы кажете, что немає, так, в усій Черкасской области людей, які б прийнялись бы ідеями партии и пішли балотуватися по мажоритарці. А вы, як голова Черкаського обласного середку? Ні. У меня еще пока что не стоял вопрос именно идти в Верховную Раду. То есть я, возможно, еще не увидел каких-то амбиций именно идти в Верховную Раду. Для этого у нас есть Александр Бадашко. То есть я больше занимался именно организационными вопросами. Это первый нюанс. А второй нюанс, то есть если вернуться к вопросу о мажоритарщиках, и очень простой принцип, то есть кто туда идет. Во-первых, идут люди с очень большими деньгами. То есть в мажоритарке всегда побеждают денежные мешки. То есть огромные, большие денежные мешки. И другой принцип, кто туда идет, это люди, которые являются техническими кандидатами, которых часто там предоставляют там другие, там, своих же там технических. Или какие-то партии, дабы как-то продвинуться. Но всегда это идет огромное финансирование. Либо конкретно человека, либо конкретно от какой-то партии. То есть те люди, у которых огромные, большие деньги, у них они не видят в 5-10 что-то. Сейчас, на данный момент, несмотря на ту работу, которая была проделана, они не видят в ней. Они идут к... И более того, те люди, которые тратят огромные несметные богатства на эти избирательные, на избирательную кампанию, они просто приходят в государство или в Верховную Раду для того, чтобы эти деньги отбить. Система 5-10 такой возможности им не дает. Очень простой вопрос. НДС, тот же самый налог на добавленную стоимость. Это самый коррупционный, самый скандальный, самый непонятный, самый запутанный налог. Это я вам отвечаю как адвокат с 10-летним стажем. Это самый казнократский, самый неправильный, самый вообще несмыслимый, немыслимый налог. Это тот налог, на котором зарабатывают миллиарды долларов те люди, которые сидят просто элементарно укрыто. На потоках. И те люди, которые приходят в 5-10, задают очень важные вопросы. Как я их отобью, если не будет НДС? Очень просто. Абсолютно открыто об этом говорят.
Потому что с нами, в том числе и мной, велись переговоры с людьми, которые потенциально могли нас представлять. Им это не интересно. Господа, даже если вы туда придете, да, идея хорошая, можно зацепиться, прилезть туда. Вы мне не интересны, потому что если, упаси Боже, вы туда придете, как я оттуда выдерну деньги, которые я вложил? Все очень просто. У нас большая политика – это большой бизнес. Зрозуміло. Тобто ви робите акцент більше на партійний список, так, на партію, щоб вона прийшла в, да, до парламенту. Але от нещодавно відбувалися вибори в Київську міську раду, так, і ваша партія набрала там, здається, там близько 2%, так, не дотягнула. Тут прохідний бар'єр 5%, якщо не помиляюся. Чи можна сказати, що в принципі в Києві вибори – це був такий зріз, і що так само буде і зараз? Возможно, да, мы не возражаем, что, понимаете, тут основная цель не стоит попасть в Верховную Раду. Это один из главных ключевых моментов, который партия сейчас делает. Опять-таки, молодая партия, мы набираем обороты. Если посмотреть, как зарождалось движение, саму историю, то постоянно это тот комок снега, который катится и набирает все больше и больше массу и скорость, и ускорение, и, согласно нашим законам Ньютона. Поэтому, Эйнштейна, поэтому мы должны четко понимать, что не набрав даже 5% барьера, на этом мы не остановимся. На этом каждая область, которая зарегистрирована партией 5-10, то каждая область фактически дальше будет продолжать свою деятельность по популяризации самой идеи 5-10. То есть это как новая идея, как, я не знаю, ну, Библия не назвать, но это именно то, о чем фактически должны говорить каждый из нас. Снять, скинуть с себя оковы налогового рабства. Все. Это выгодно для каждого из нас. Мы ходим в магазины, платим ПДВ, покупаем товар, откройте чеки, сегодня вы приобретали. Акцизы, пошлины, ПДВ, лицензии, разрешительные какие-то моменты, еще казнократская составляющая включена в товар. И если мы просто берем чек, мы ничего не понимаем, сколько на самом деле стоит товар. Автомобиль, почему в Европе стоит, скажем, 400 долларов, обычный, у нас он будет 3500 стоить. Мой друг в Америке сидит, опять-таки Америка, самое богатое государство, самые богатые граждане, он приобрел А4 Quattro за 4000 долларов. В Украине это стоит 20 тысяч долларов. Почему государство нам, поддерживая отечественного товаропроизводителя, которого не надо поддерживать абсолютно, возит пошлины, акцизы, утилизационные сборы, поддерживать ЗАЗы, которые уже стали банкроты и так далее и тому подобное. Поэтому население, граждане Украины нужно призвать, это повальная нищета, у нас денег нету, и это у нас порождает аморальные процессы в обществе. Результатом за 23 года вот такой вот деятельности, где все были профессионально, сидели в Минфине, сидят 800 профессионалов. Вот 23 года деятельности, у нас отсутствует Крым, Луганск, Донецк. Все. Так, ну давайте так. Сталося так, що ваша партія пройшла до парламенту, перші кроки. Ми безпринципіально ні з ким не соединяемся абсолютно, потому что наша основная цель уже с трибуны Верховной Рады кричать об скорейшей отмене всех налогов на территории. Отменили все податки, да, далее. Отменили все налоги, объявили всему миру, что у нас простая понятная система, 5% с продаж и 10% социальной зарплаты. Весь мир сидит, в США сидят губернаторы, миллионеры, миллиардеры, говорят, я свои заводы, Google буду строить, Tesla буду строить в Украине, в Черкасах, что мешает. Турок сидит и говорит, о, у них налогов нету. В Египте то же самое. Всех верблюдов, всех готелей, отели свои, гостиничные комплексы, на набережной Днепра мы тут все повыстраиваем. И пойдем у них снимать. Да и так же забудованная набережная наша. Не те забудовники у нас строят, это для себя, а то будет абсолютно для всех. Туристы, где вы видели в Черкасах туристов? Хоть одного? Нету, туризма не интересно, миру не интересно иметь дело с Украиной, абсолютно не интересно. Я уже о Черкасах не говорю. Единственное место, где есть деньги на территории Украины, это Киев. В Черкасах их нет, и все. Я не говорю уже про населенные пункты, там, о селах, там, СМТ и так далее. Там вообще отсутствует какая-либо перспектива. Производство осталось, сельскохозяйственное производство также осталось, вот эта индустриализация, все. Сфера услуг. Вот на этом надо сегодня зарабатывать и думать, как сделать так, чтобы сюда деньги пришли на территорию Украины. Это отменить налоги. Грузия что сделала в 2008 году? Отменила. Сегодня предприниматель там занимается, 5 лет он вообще не платит никаких налогов. Вообще. И репортажи откройте, посмотрите, как там все это действует. И давайте так, заходить вас, наприклад, до парламенту человек 20, так? Зрозуміло, що цих голосів вам не вистачить, аби відмінити усі податки. Чим ви будете займатися в парламенті весь цей час? Законопроекти вносити. Які саме? Смотри, я немножко перебив. Очень простой вопрос. Я не знаю, чим ми будемо займатися. Основная цель буде добратися до 226 голосів. Какую поставить цель наш
Балашов Геннадий Викторович, вот она будет исполняться. Как это будет происходить? Не имеет значения. Мы будем говорить из трибуны. На сегодняшний день нам задают очень простой вопрос. Что вы сделали для того, чтобы вам отдать свой голос? Угу. Ничего. Вначале было слово, и слово было Бог. Мы вносим идею, и мы дальше не будем вносить. У нас есть простая элементарная цель – 226 депутатов. Мы не будем ничего делать. Мы будем добираться до 226 голосов. Вот это уже другой вопрос. Вы же не будете ни с кем объединяться, как вы сказали. Нет, мы будем до тех пор, пока партия не наберет 226 голосов, ничего не будет. Мы будем ходить с трибуны, говорить, работать со своими участками, работать на местах. Избирать. Вот сейчас мы идем в местную власть, в городской совет, следующий этап. Приходим для того, чтобы у нас, мы не можем отменить налоги. Наша партия для того, чтобы отменить налоги. Мы их в городском совете отменить не можем. Но у нас есть, имеется возможность кричать громче об этой идее. Вот и вся суть. А вот, 80... Дивіться так, да. Я от звичайний виборець, так? Я не хочу віддавати, наприклад, голос депутатам, які будуть весь там кілька наступних років просто говорити з іншими депутатами про те-то. Я хочу, щоб ви якісь законопроекти вносили, так? Правильно. Що турбує людей? Да, розказую. Значит, что беспокоит людей? Людей беспокоит то, чтобы у них что было? Основные ключевые моменты – тепло, вода, пища, где взять и так далее. Сегодня, если мы посмотрим любые решения, которые, возможно, принимаются, и горосполковым, да, и ихними на сессиях советов ихних, то же самое в Верховном Совете, то ставят одни ключевые моменты. Земля, этому дать разрешение, этому не дать. Почему мы не можем давать всем разрешение строить на своей земле? Можем. Почему партия 5-10, не войдя в Верховный Совет, Верховную Раду Украины, не может внести поправки в законодательные акты, чтобы упрощать систему? Идет именно речь об упрощении системы, чтобы она была понятной и доступной. Вот, допустим, будет законопроект про внесение там змены до статьи 175 Податкового кодексу Украины, яка регулює відносини щодо акцизу, наприклад, акцизу на виноградничані вироби. Почему не убрать эту статью? Зачем это? К чему, к примеру? Мы берем, вносим, убирают эту акциз, это, или пошлину, или контроль какой-то, допустим, фармацевтическая продукция. Почему мы должны второй раз сертифицировать эту продукцию, где во Франции, к примеру, ее уже нам предсказали, что это хороший товар, вот вам сертификат. Как только въезжает на территорию Украины французское какое-то лекарство, там сразу выходит казнократ, пошлину свою, наше законодательство там начинает действовать и так далее. И мы сюда еще приходим, еще начинаем сертифицировать. И в конечном счете, там оно стоит $10 во Франции, аспирин. А этот аспирин в Украине стоит $20. Зачем? Вот эта постепенная такая деятельность будет приводить к тому, что останется два налога. 5-10, 5% с продаж здесь. Весь налоговый кодекс должен быть вот таким. Простым, понятным на одном листке. Чтобы вы знали, сколько вы платите налогов и сколько вам. Зараз багато кажуть про реформу правоохоронної системи. Як 5-10 буде реформувати, наприклад, ось цю галузь? Очень, Саша, переб'ю немножко. Очень простой принцип. Есть судебная система. У нас очень четкие, очень красивые правоохранительные органы в плане законодательной базы. У них есть все. И опять же, об этом я вам отвечаю как адвокат. У них есть все для нормальной деятельности. Введены все законы, которые по сути просто не действуют. Очень простой принцип, как убрать коррупцию. То есть, во-первых, убрать все пошлины. Во-вторых, сделать высшую судебную инстанцию в самой крутой судебной системе в Лондоне. Все очень просто. Делаем высшую... У нас есть местный суд, а есть апелляционный. Почему в Лондоне? Сейчас объясняю, почему в Лондоне. Это самый неподкупный суд в мире. Сегодня любой человек или чиновник, или правоохранительный орган принимает неправосудное, неправильное решение. Например, возбудил неправильно уголовное дело против вас. Вы оспариваете в местном суде, его подкупили правоохранительные органы, или он подыграл им. Апелляционный суд подыграл, Лондон пришел, сказал нет. Раз, два, три правоохранительные органы к чертовой матери просто улетают. То есть отсекают. Но сейчас Европейский суд с прав людины, куда это абсолютно бездейственно. Это европейский. Скажем так, очень простая. Во-первых, Европейский суд, он исключительно связан там с правами человека. То есть он очень узкоспециализированный. Он не может убрать тотальную коррупцию на месте. То есть он связан только там, где нарушаются права человека. В основном это в СИЗО,
в уголовно-исполнительной системе. В основном это там. То есть это очень узкая специализация. Мы створим в Лондоне такой собивающий суд, так? Не створим, мы его уже сделали. Он уже есть. Он уже на правах аренды в многих государствах действует. В Сингапуре, в том же самом Гонконге, там я не знаю еще где, но факт остается фактом. И они готовы принимать тысячи наших звернутых граждан. Платите деньги за это только. Если это коштовать будет. Это другой вопрос, технический. Значит, о чем идет речь? Вам на самом деле не главное иметь решение суда на руках, вам главное его исполнить. Это самый главный момент, получить результат на основании решения суда. Сегодня мы, имея решение суда, не можем его исполнить. В том же случае, если речь идет, что наш оппонент является государством. То есть ваше решение, которое вы получили в Европейском суде о правах и защите ваших личных прав, к примеру, оно не будет никоим образом исполняться на территории нашего государства. Потому что у нас существует система, сидит чиновник, казнократ так называемый. И чем больше этих чиновников у нас фактически, тем сложнее вам решить тот или иной вопрос, связанный с вами. Вот убери на таможне, убери таможню, пошлин не будет, контролируй только наркотики, там, оружие, там, торговля людьми и так далее и тому подобное. Все, то, что действительно уголовным кодексом запрещено. Да. Зачем на пошлины там он сидит и принимает товар, возить его или нет, это уже сама суть коррупции возникает. То есть, когда есть чиновник, когда государство и в лице которого чиновник предоставлен, то в таком случае чиновник сидит на потоках, и он принимает решение, дать вам или не дать. Если дать, за деньги, если не дать, один раз подойдешь к нему, второй раз, третий, опять за деньги. Поэтому фактически при системе 5-10 умирает процентов 80 чиновников, которые абсолютно они не нужны нашему государству, и они пойдут спокойно. Я же разумею, не в прямом смысле. Да, 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 да. И 80% их абсолютно не надо, они идут все в рынок. Рынок имеется в виду, будут искать, где они нужны на самом деле. То есть, в первую очередь, они должны задуматься, все мы, украинцы, должны задуматься, кому мы нужны и кто купит наши услуги, товары и тому подобное. Угу. Так, ну и зараз, скажем так, досить актуальна тема, це тема армії. Ось ви принесли передвиборчу програму, так, вашої партії. Ось, якщо взяти по армії, то тут написано, що правоохоронець і військовослужбовець мають отримувати зарплатню там не нижче тисячі доларів. Ну, це ми колись вже чули від там Королевської, так? Вона теж нам обіцяла в єврах тільки. Ось, щойно в Україні запанує мир, ми скасуємо військову повинність, перейдемо на контрактну армію, скорочену в 10 разів. Абсолютно. Якщо не помиляюсь, зараз у нас армія там 130, здається, тисяч. Где вони? Чуть більше 100 тисяч. Где вони? Там, нехай в 10 разів ми скорочимо, так? Да. Це 10 тисяч людей. Да. Да. Чи достатня ця кількість військовослужбовців для того, аби от стримати ворога, який зараз є на сході? Смотрите, на території України війни нету нигде. Воно не об'явлено. Чрезвичайний стан теж не об'явлено. Антитерористична операція. Що це таке? В законі покажіть мені, де щось написано об антитерористичній операції. Я не бачив і не читав. Це перший момент. Насчет контрактної армії. 10 тисяч, 20 тисяч военнослужащих будет достаточно, профессиональных, которые будут на профессиональном уровне, будет достаточно для решения всех внутрилокальных вопросов, военных вопросов, вооруженных вдруг возникновения конфликтов, для защиты суверенитета Украины. Все, вот это достаточно. Где наши 130 тысяч солдат и кто такие армии? Мы решали вопросы тоже, я являюсь адвокатом, тоже солдаты, у них проблемы. Их все время гоняет прокуратура, внутренние проверки, там военные прокуроры бегают за ними. Драка там какая-то и все. Больше они ничем не занимаются абсолютно. И каким образом государство их сегодня обеспечивает? Допустим, раньше обеспечило, год назад, два года назад. На очередях в квартирах стоят 20 лет. В этих в казармах живут тоже с момента, когда они туда стали, пошли на службу и все. Поэтому сегодня мы должны говорить о том, что не надо нам такого количества солдатов. Нигде в мире уже войны не ведутся. Войны ведутся в других смыслах. Это информационные войны. И надо их выигрывать. И надо там действительно тоже иметь свою так званую армию. Вот. И поэтому та профессиональная армия, допустим, по типу Швейцарии, если мы можем делать, то почему бы и нет? Настоящие профессиональные солдаты. Вот и все. Но есть одно очень важное «но». Это, как всегда, в очень больших, очень большими проблемами являются деньги.
И вот вопрос именно в том, что такая система 5-10 позволит привлечь настолько большие деньги и извлекать такие большие податки, налоги, которые дадут возможность просто оплачивать именно профессиональную армию. Потому что постоянно все партии подряд, все политические силы говорят о том, что надо платить много этой армии. Вопрос, откуда? Никто наконец-то и до конца не отвечает вопрос, откуда формировать бюджет? И именно вот эта вот идея безналогового государства даст возможность притянуть сюда очень большие деньги и бизнесы, которые в свою очередь будут оплачивать налоги. Александр уже приводил пример Сингапура. У нас есть опять же очень простой пример. И очень часто нам задают вопросы, что где это уже реализовано, а подсчитали ли вы, достаточно ли будет этого? Вопрос не в достаточности налогов, а вопрос в их простоте и возможности привлекать несметные богатства. Гонконг, 40 лет, абсолютная история успеха. Его успех, один единственный налог, 10% с оборота, с продаж, называйте его как хотите. Если вы работаете, то вы продаете свою силу рабочую. 10% единый налог. Более того, если у вас компания зарегистрирована в Гонконге, но работает за его пределами, вы платите 0 налогов. Все, 98% ВВП – это финансовые услуги. Угу. Это 80 тысяч, если я не ошибаюсь, ВВП на душу населения. При том, что 40 лет тому назад было $500. Это просто немыслимый скачок. И вот когда вот такие вот ВВП есть, есть откуда брать и платить профессиональной армии. Просто большие деньги, за которые будут воевать. Даже не $1000, я не знаю, сколько им надо будет платить. Но будет из чего платить. Зрозуміло. Ну і, в принципі, останнє питання. На вашу думку, коли все ж таки, через скільки часу ось та схема, яку ви пропонуєте, все ж таки буде впроваджена в Україні, на вашу думку? Та нельзя ответить до конца. Ми знаємо просто цель. Я не знаю, це буде 10-15 років. Це просто партія і самодвіження з тим зарядом, який на десятиліття. Это просто заряд наш лидер отправил его в массы, отпустил и работайте с ними. Я вам дал идею. Да, знаете еще, возможно, как действует принцип психологии масс. То есть нам достаточно зарождить 10% активного населения на территории Украины, это 3 миллиона человек. То есть 30 миллионов это активные жители, так сказать, граждане нашего возраста, к примеру. 10% достаточно для того, чтобы потянуть всю оставшуюся массу, чтобы люди поверили в это. И это, вспоминаем тот же самый фильм из «Матрицы», да, отрывок. То есть система – это матрица. То есть вот то, что сейчас находится, люди находятся в спячке. Они в спячке, они еще не поняли, что нужно с себя скидывать оковы налогового рабства. Так как в свое время было уничтожено личное рабство, земельное рабство и сейчас налоговое рабство. Вот как раньше мы это поймем и первее это сделаем, победа за нами. Геннадий Викторович Балашов ездил в США и там представлял эту систему фактически конгрессменам США и жителям, там, бизнесменам. Они были просто в ужасе от того, что говорят, ребята, если вы это сделаете, мы свои заводы опять-таки перевезем к вам. И Жириновский с трибуны Госдумы кричит о том, чтобы сделать дальневосточный свой округ опять-таки безналоговым раем. Туда вся Москва выйдет туда жить, поверьте мне. Поэтому мы должны сегодня сделать это как можно фактически раньше, первее. Вы сегодня все должны заразиться этой идеей 5-10. И мы должны понимать, что чем раньше мы это сделаем, тем лучше будет жить нам, нашим детям. И мы не захотим отсюда уехать. Сегодня мы все бегаем, регистрируем грин-карты, фотографируемся на них, ищем еще другие возможности, чтобы уехать отсюда. Потому что здесь перспектив нет на Украине, на самом деле. Но мы хотим здесь жить. Это наше государство, наша родина. И мы хотим, чтобы оно стало самым богатым, самым здоровым, самым грамотным. И поэтому присоединяйтесь, в принципе, к нам. Нам здесь жить, нам строить это государство. Но не радикально уменьшая налоги, как говорят многие чиновники, а нам необходимо, и представители других политических партий, а нам необходимо конкретно показывать цели, идеи и нести ідею в масу. От ми цим займаємося. Зрозуміло. Ну що ж, я вам дякую за розмову. Бажаю вам успіху у вашій справі. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з Сергієм Гартингером, він голова Черкаського обласного осередку партії 5-10, а також Олександр Бодашко, він кандидат в народні депутати України, також від партії 5-10. Ну а власне о 20:00, це через 20 хвилин,
Мали б відбутися дебати. Ми запрошували сьогодні до студії Анатолія Бондаренка, пана Петренка та Валентину Жуковську. Але ось як мені тут пишуть, на даний момент прийдуть лише Анатолій Бондаренко. Ми готові оставатися. Ми готові з ним подебатувати. Ну, щось придумаємо. Ну все, дякую. Залишайтеся з нами. Спасибо. Спасибо. До зустрічі.